И снова всем привет! С вами канал Кооператив Гейминг. Меня зовут Ноксвелл. И мы продолжаем играть в эту офигенную игру. С офигенным сюжетом. Заткнись ты, падла! Ты не можешь заткнуться, что ли? Тихо, блядь. Тихо! Можешь врезать этой ложкой ему по роже. А, гранаты. Смотрит, как же его отвлечь. Ты можешь погавкать? Быстро, быстро. Че ты гавкаешь, блин, еще и с гранатой в роже. Иди сюда. Все, лежит тут. Так, вот с самого начала серии у нас такой акшончик. Наши лежат, вон, трупешник. Сейчас бомбанет. Ныкаемся. Бум. Тихо-тихо, собака. Бьют же. На, они вообще не услышали. Ни выстрела, ничего. Ничего здесь не было, не переживайте. Так. Ва-а-а. Пошли. Что происходит? Блин! Чё, охренели? Хрень ли вы тут бегаете? Мудага. Опять этот трактор. Ой, сейчас назад буду бежать. Блин, сейчас нажать. Назад бегут, давай сюда. Куда ты, собака? Стой там. Гениально, сколько их тут? 6 штук бегают, периметр охраняют. Придурки. Давай, мудак. Давай. Твою налево, 5 F1. Давай, давай. Сюда, блин. Пшшш. Давай, давай, беги, собака. Странный пес. Хотя они на него и не подумают, у них же такие же собаки. Пошлите с ним. What? Сюда давай. Давайте идите отсюда, мудлены. Нормально. Сюда быстро. Нам нужен этот чувак, который дохлый там валяется. Ну а дальше? Блин, вот это мне не нравится. Сюда давай, шахта. Я не могу дальше пройти. Что-то они по-другому бегут. А, нет. Сейчас будем думать, где же взять нам вот эти вот чик-чик. Нет. Нет. Вон они. Блин, 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 блин. Фух. Иди давай туда. Сейчас мы пойдем еще раз туда. Я увидел их на заднем плане, вот там сзади они лежат. Поэтому собаку туда пустим. Сейчас она для меня украдет их. Быстрее.
Обратно, обратно, обратно. Все, бегут мудаки. Так, давайте, давайте. Отсюда. Молодцы. Вот теперь у меня есть эти щипчики. Это уже радует. Теперь нам... Все, нету щипчика, уже не радует. Ага. Чисто. Че там? Лабиринт. Германским войскам удалось быстро возвести чего? Два укрепрайона. У Вими и у Невель Сенваста. Именно здесь был построен лабиринт. Сложная сеть траншей и туннелей. Вот это тоже очень полезно. Откуда он смотрит? Да по боку. Откуда бы... А, он, наверное, создание вон того, видите, он там вдалеке. Хотя, логичнее было бы, если вот этот, который он ходит наверху, на нас бы смотрел. Собака, ты знаешь, что... Блин. First Blood! Да как делать? Я же хотел First Blood сделать. Блин. Я тебя сейчас падла на, бля, скотина. А, я злой. Кто это здесь? Тебя добить? Пойдем. А, ты просто гений, парень. Отодвинул труп, чтоб тот не мешал зайти. Давайте установим... Не, собака, иди сюда. А теперь надо на собаку прицепить С4. Да сюда иди, что боишься? Забирай. А теперь иди. А теперь мы берем эту штуку. Я не знаю, когда мы идем. Ладно, давайте вот так пройдемся. А-а-а. Точно, собака. Блин. Так, нельзя поорать ей. Она забагалась. Иди сюда. Давай, давай. Отдай. Нет, пошли. Это хороший, кстати, такой... Баг... Блин, ты чё? Хороший багажник. То есть с собой будет носить все, что не можем нести мы. Раз. Опа. А второе где? Смотрим на заднем плане. Я думаю, где-то там. Сейчас этот мудак отвернется. Давай, пошел. Пошли, пошли, пошли. Можно было бы бахнуть, но... Я думаю, где-то на заднем плане находится... Ну или где-то я тут потерял. Не, не потерял. Хорошо. Пошел. Как его зовут? Как он его зовет? Не, F1 я не хочу пока что использовать. Ну, Вальтом зовут как-то. Ладно, давай те F1. Ну, это ты... Ты просто гений. Идите в жопу. А в дырку зачем? Он должен что-то стырить, а где? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Лучше бы ты вернулся с чем-то. Так. Дырка. Эти две штуки. И все. Хм. Допустим. Иди сюда. Почему не подсвечивается? Было бы, если хорошо, было бы хорошо, если бы разработчики подсветили это все дело. Давайте.
Пройдем вон туда. А туда нельзя пройти. Что, 5F1? А это что такое? О, а это где? Интересно. Где такое наблюдалось? Ладно. Пойдемте. Надо еще и бегать ему. Но тут нигде этого нет. Если бы он мог туда пробежать. Я уверен, он опять у меня перед глазами, а я этого не вижу. Попал я в рот. Ваш первый канал. Бери эту херню. Пошли. Кто мог подумать, что вот это можно раз... Все. Не гавкай. Не, ну, ну да. Не заметил. Звыняю. Бьюсь. Так, так, так. Пошли, пошли. Нет, пр-пр-пр. Угу. Давай, давай, давай. Да где же взять динамит? Тихо ты. Да, этот взрыв вообще не привлечет вот этих вот на заднем плане, которые. Да, им насрать. Походу, взрывы для них это вообще не удивление. Ага, я думаю, она сейчас будет катиться вниз, а я буду идти за ней. Гениально. Что? Траншеи. Условия, в которых находились солдаты, воюющие обеих сторон, сильно различались. Немцы, приступившие к подготовке траншей намного раньше своих противников, успели укрепить позиции металлом и бетоном. Вот. Тогда как бойцам союзных войск приходилось буквально тонуть в грязи. Возможно, еще одной причиной их бедствий был режим, при котором англо-французские части каждые 7 дней переводились на новые позиции, сменяя друг друга. Интересно. Хотя тут все интересно. Эй, мразь. А меня подождать, падла. Чё мне делать? Вон флаг этот. Я думаю, ну блин. Иди сюда, блин. Хорошо. Неужели я там что-то забыл? А он уйдет вообще? Или так и будет стоять? Ха. Интересно. Не зря нам про траншеи сказали. What the fuck? Да, поспешил. О, я уже тут. А собака? Блин, собаку там оставили. О! Черт, да это... Как мне собаку забрать? Песик, подожди. Это просто бегает, да. Вот. Отвернись. Не смотри сюда, падла. Я могу сделать так? Угу. Я же даже не могу ничем привлечь его внимание. Ну, иди сюда. Я тут.
Охренеть, мне нужна палка какая-то. А где ее взять? Вот здесь, наверное. Нет. Вон она. А как туда попасть? Вот это как-то подсвечено странно. Давайте вот так сделаем. Как все-таки интересно, да? То есть, чтобы получить мне эту палку, мне нужно... Нафигеть. Давайте пролезем сюда, посмотрим, что у нас тут. А зачем вот это двигать, я не понял. Ну, додвигали мы его сюда, и что? Дальше-то нечего уже. А если сделать вот так? Чё там? Письмо германского солдата. Дорогая моя Инге, мы сидим в этой дыре еще с января. Странно. Он же сказал, что... Ну, игра сказала, что каждую неделю мне... я уже не могу все это выносить. Сколько можно ютиться тут, подобно крысам? Я очень скучаю по белым денькам, по нашей с тобой прогулкам, под липами. Даже на свою фабрику я сейчас с удовольствием бы вернулся. Люблю тебя, твой Дитер. Что ж, Дитер, оставим тебя в живых за такой рассказ. Куда мне это дерьмо? А, эта штука, я могу отвлечь, точно. Сейчас все будет, смотрите. Я могу сделать... Подожди, собака. Могу сделать вот так. Это! Во! Ё-моё. Палку эту берем, да. И переправим сейчас собачку сюда. Все же продумали. Наверное, нас, может, должны были убить или что. Блин, собака, ты что, тупая, не додумалась. Сюда давай. Пошли. Нормально. Все нормально. Так и надо. Угу. Мудак этот тут еще стоит, да? Да. Но как-то не странно, они с одного... Я не знаю, тыка нас убивают. Это мне не нравится. Стоп, там что-то было. Банка сардин. Ну да, надо было репостнуть в Facebook. Опять я забыл. Ну, прости, собака. Только не надо меня тыкать. Хватит играться с ним, блин. Так. Собака, иди сюда. Нам нужно попасть в мед. Часть, походу. Иди сюда. Пошли. Блин, показалось, что это будка доктора. Сериала Доктор Кто. Не, реально, в синий покрасить будет один-один. Тардис. Так, нам нужен вентиль. Вентиль у нас... О, нет, только нелогическая опять. Херня это. Давайте собаку подцепим. Так, нет, 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 нет. Во, да-да-да, до конца надо довести. Или не до конца, давайте посмотрим. Раз, два, так, еще два.
Ну давай, смотрите, что я считаю. Раз, вот эта вот штука. И два. Да, оно дошло до конца просто. А теперь возвращаем на базу. Сюда давай. Угу. Теперь мы делаем вот так. И с собакой. Собаку мы должны были забрать. Не-не-не. Я понял. Надо вот это отодвинуть, будку эту Тардис сама. Теперь собака, давай. Хотя этот круг могла бы и собака взять. Вот это мне непонятно. Ладно, не могла бы. Он тяжелый для жопы, походу. Если 120-килограммовый мужик не может понести. Сейчас еще и на время, наверное, будет. А не. Все норм. Проходим дальше. Где же наш Фредди? Такой вояка, а так скопытился. Можно сказать. О, зря вы это делаете, ребят. Hello. Сейчас так. What the fuck, motherfucker? Блин. Это что за чувак? В кандалах. Барон фон Дорф снова ускользнул. Но Эмилю удалось добыть Фредди лекарства. Вскоре они опять тронулись в путь. Вскоре они опять тронулись. Судьба приведет их в Реймс. Там они наконец найдут следы барона-невидимки и его цепелина. Цепелин. Опять этот сбоку. Че, опять будем ездить? Я только за. Под музычку поездить. Куда побежал? Прыгай! О! Все, опять нас разделили. Ну что ж такое дурной, блин? О, мы бегаем этим теперь. Ура! Давай, давай. Охрененно. Быть военным. Блин, давай, давай. Чш, у парня реально... Это мы в Англии, что ли? В Лондоне. Так, подвинуть. Ты кто такой? Это прямо оттуда, да? Тихо ты. Сильвуплей, посижу. Не знаю, что это значит. Понятно. Собака. Это надо, блин, держать. Кто-то тыкать. Блин, в Mortal Kombat легче играть. Что-то гавкаешь на него. Дебильное. Ага. Пошли. Вот. Быстро. А там она... Там стенка. Вот, блин. Разрабы. Что вы творите? Зачем вы тогда сделали видимость, что... Ты что, дурная? Зачем вы сделали видимость, что... Оно прямо у нас на экране, типа, появилось. Дебилы. Так, стоп. Не, конечно, не дебилы. Классно сделали. Да заткнись. А где эту штуку взять? О да, нашел штаны. Это самое главное. Да заткнись ты. Так. Давайте подумаем. Где эту штуку можно взять?
где мы спалим на пробел. Может, где-то здесь она выпала. Нужно несколько человек. Есть 2 из 5. Бабуля точно не поможет. Это они кого-то ищут. Ё-моё. Давайте посмотрим, может здесь эта штука есть. Опять Тардис стоит. Смотрите, что здесь. Блин, давайте отодвинем эту машину для перемещения в пространстве и времени. Ну, пока только в пространстве. И куда она вышла? Не, там что-то лежит, это надо уничтожить как-нибудь. Куда она вышла, девочка эта? Ага. Это просто... Просто... Жизнь в тылу, в сложившихся, блин, в годы Первой мировой войны условиях. Да, когда практически все годные к военной службе мужчины были отправлены на фронт, женщины, дети и старики пошли работать на заводы и фабрики, выпускавшие необходимые фронту товары. Да, это, я думаю, вы знаете и без этой игры. Как собака сюда попадет, интересно. Да, всем нужна моя помощь, конечно. Ага. Чем сюда поднялся? Вот тут начинается интересно. Тут, смотрите, нас не то что развели с этим Фредди или как его там, а еще и дали нам вот таких кучу дополнительных заданий. Как их выполнять? Я не знаю. Вот что-то. Да, это очень важно, конечно. Давайте пойдем опять в дом этот. Тардис нашей. Толкай. Там просто это кусачки эти. Мы возьмем, взяли бы кусачки и могли бы... Ну вот и все. Мы сейчас возьмем кусачки. Я все наперед продумаю. И бахнем чуваку вот тому балкон. Смотрите, как сейчас все будет. Я поднимаюсь наверх. Да. Поднимаюсь. Собака тут, конечно, не нужна сейчас, но пусть бегает. Бам. 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 Подбищ. Вот и все. Спасли очередного мудака. Вот только как отсюда теперь выйти, я не знаю. Потому что там выхода почему-то нет. В этом доме. Ладно, сейчас будем искать. Только не сдыхай. Ну ты дебил. Да, и опять он сдох. У него ручка! В руке ручка. Все, я придумал. Тихо, ты медляй. Забери ручку. Да не мужика, блин. Заставь мужика, ручку забери. Мерси, баку. Носи с собой баку. Пошли, девочка еще тут? Нет, ну вот эти щипчики еще тут. Кусачки. Пошли наверх. И тут уже ничего нет. Все, пошли вниз. О, вышли. Так, помогаем дальше. Помогли с девочкой. Теперь иди сюда, мудила. И ты иди сюда, мудила. И... Нет, тут больше никто не может идти. Не, еще одного мудака надо. Вот тот чувак. Вот этот наверху точно нам поможет. Собака. Все. Как он собаку назвал? Блин, зачем я спустился? Хе-хе, джениус. Так, вот так вот мы делаем. Да, пускаем. Собака, конечно, ты зря сюда пришла.
бегать по этажам. Иди. Только там и сиди, там и сиди. Да хватит орать. Вот таким вот интересным образом мы спасли всех. Теперь собаку надо спасти. Ой! Я какого-то чуда поднялся тоже. Блин, еще за ней ходить надо. Топси надо сама не додумается, что надо подняться. Все. По сути, у нас есть несколько человек, и мы можем отодвинуть эту штукенцию. Слышь, Мудлен, помоги. Вот, теперь хватает нам людей. 5 мужиков нужно, чтобы сдвинуть эту вот. Ура! Пошли. Так, на этом моменте мы сделаем небольшую паузу, перерывчик. Вы пока можете подписаться на канал, если еще не подписаны. Поставить лайк, конечно же. И зайти в группу ВКонтакте. Ну и там подписаться. Ладно, с вами был Ноксул. Это канал Кооператив Гейминг. Всем пока.